Всем доброго времени суток. Очередная посылка с Китая. С сайта GearBest. Это у нас мышка беспроводная. Стоимость данной мыши около $5. Добиралась новой почтой довольно быстро. Коробка, как всегда, с посылок с GearBest мятая. И вот сама мышь выглядит вот таким вот образом. И, как видим, нет адаптера. Как он там называется, прямо правильно, приемника. Зачем мне мышь без приемника? Интересно. Так, почему-то и здесь не открывается. На вид мышь неплохая. Здесь что-то звенит. Это просто ужас какой-то. Мы же это там приемник засунули. Положили внутрь, да, так и есть. Вот он приемник. Вытащили отсюда, потому что он здесь болтается, видимо, вылетает. Поэтому положили внутрь две батарейки типа 3А. Здесь у нас две дополнительные кнопки. Здесь переключение DPI. Вот такая вот мышь. Сайт GearBest. Доставлен новой почтой. Стоимость данной мыши 4,80, по-моему, если не ошибаюсь, доллара. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.